Ну, кайф. Кайф. Утреннее кофе, которое ты сам завариваешь. Самое главное, наверное, в себе внутри радость держать. Смотришь, создаешь, чувствуешь, любишь, даришь. А для меня это кайф. Режиссер дает команду съемки, ты забываешь про все. Это мощь, это взрыв адреналина. Хотя бы одному человеку, но я точно знаю, что я приношу радость. Это моя бабушка. Ты сам смотришь, сам толкаешь в ту сторону, куда тебе это нужно. Меня мотивирует то, что в этом городе проснулась не только я. Надо хранить свой смысл жизни. Вот в этом и есть кайф.